Андрюха, значит, сейчас подъезжаем к банкомату, да? Так. Достаем трос. Так. Подцепляем к банкомату. Да. Вытирай его нахрен и увозим, понятно? Нихуя не понял. Да а что ты мне так внимательно слушаешь, нихуя не понял? Сундук, вы что, реально хотите банкомат украсть? Это же незаконно. Незаконно в таких вафлерских кепках ходить, а это нормально. Ну как нормально? Есть, конечно, в этом небольшой грешочек. Так, не понял. Там что, два банкомата, что ли, поставили? А, это сосед. В натуре сосед стоит, смотри. Сосед. Так, подождем, ладно. Подождем немножко, сейчас уйдет. Дай семечки, есть? Есть. Блять, ну полтора часа уже ждем. Ну что там возле банкомата так долго можно делать, а? Ладно, пойду, спрошу. Давай, снимай его. Иди. Давай. Алло, деньги давай, деньги, алло. Ай! Здоров! Испугал. Здорово, Сундуков. Здорово. Ты чё тут сосед? Так? Сосед. Чё так долго? Чё случилось? Да я не знаю, Сундуков. Уже полтора часа пытаюсь достать деньги из этой шайтан машины. Алло, не выдает. Так давайте я вам это помогу. Конечно, он поможет сейчас, быстренько. Да? Если не сложно. Давайте, конечно. Давай. Ага. А сколько вам нужно снять? 1500. Хорошо, сейчас. Недостаточно средств. Ну, 1000. 1000, сейчас. Недостаточно средств? 100. 100 рублей? 100. Хорошо. 100. Недостаточно средств. Да хуя ты вообще решил, что у тебя деньги есть? Значит, ты не работаешь. Иди давай отсюда. Да блин, да мне пенсия должна была прийти по потере кормильца. Че? У меня курица умерла просто. Я думал, то, что там все, давай. Копеечка. Давай, нет тебе денег, давай. Копеечка, думал. Давай, стой. Тебе для легкого бега. Давай. Не больно! Для легкого хода. Для легкого хода. Три. Ай! Все, пошел. Ну хотя бы на 3-2-1 бы сделал. Так. Давай, москвич, ты на шухере. Андрюха, быстрее! Быстрее. Давай. Ага, Сундуков. А скажи-ка мне, зачем вам трос? А? Ой, нам что трос, зачем? Ну-ка. Ну нам как? Это, ну типа... Ну давай. Типа... Да вообще, блядь, отмазки еще придумайте, какая хуйня. Да, давай отсюда, блядь. Отмазки еще придумаю, блядь, для этого. Давай, все. Готов? Давай, Андрюх, подцепляй. Андрюха, готов? Заводи давай. Здоров. Да, блядь. Что происходит здесь, я не понял. Да, блядь. А? Что, молчим? Ну, что тут? Ой, сейчас бы, конечно, отмазку придумать бы, да? Что мы делаем? Что делаете? Мы, короче, здесь... Да в пизду! Короче, за трос хотим банкомат дернуть. Да, прям чтобы вылетело. Да, и забрать. Короче, давай-ка меня не обманывай, что я вас не знаю. Если ты мне сейчас рассказал, значит, что-то другое вы придумали, чтобы меня отвлечь. Я сейчас быстро догадаюсь, что у нас тут есть на месте преступления. У нас есть трос, да? Есть. Трос, да. Есть и есть УАЗик. Угу. И трос. Трос хороший. УАЗик хороший. Плюс-минус. Все, я понял. Вы сейчас хотите надуть сюда ватрушку, Андрюху тросом прицепить к УАЗику, угонять по городу, а это опасное вождение, за это штраф, да? Рассекретил нас. Ну, потому что я... Припизнутый. Да уж, а, убирай, все, давай, у меня деньги снять с карточки. Давайте, убирайте отсюда, все. Пронесло, конечно, да, нас, Андрюха? Ого! 1,5 миллиона отпускные пришли. В натуре? В натуре, на, подержи сейчас. Снимаются, сейчас. Мы же это... Зарплата у нас такая маленькая. Это дам сейчас. Отпускные хорошие у нас. Видал какие? Ты вообще видел хоть раз, как мусора отдыхают? Нет. Вот зря. Посмотри, давай папку. Че, не взял оттуда? Для профилактики. Пойду, давайте. Давай. Ладно, Андрюх, давай, подцепляем и рвем нахуй. Давай. Это, а на ватрушку когда кататься? Никогда! А, все, Андрюх,
Леха, давай, открывай. Сундук, ну зря вы это делаете. Да помолчи ты, зря, не зря. Так, вот. О, вот в этой лежат деньги. Опа. Ебать. 100 рублей всего лишь там? Блять, мы даже бензин не окупили на УАЗике. Еба, вот начальник не мог на 10 минут всего лишь попозже приехать. Сейчас бы 1,5 миллиона 100 рублей было бы у нас, сука. Сундук, вот ты всегда думал, что я тупой, да? Ну, были на то причины, Андрей, конечно, да. А у меня есть идея, как бабла нарулить. Фух, давай. Может, мы его в металлолом сдадим? Ну, давай хоть бензин окупим, чхули, да. Ну, все тогда. Сейчас телефон достаю и сдаем нахуй. Стой! Кого сдаем? УАЗик. Ебанутый? Ну, может, хотя бы банкомат, нет? Тоже можно. Все, давай, грузи его. О-хо-хо! Здорово, начальник. Здорово. Еще раз, ебана. Ты че? Да че, мне пришли же деньги за это, за больничный, тоже 1,5 лимона. Пошел снимать в этот банкомат, его нет, все. Кто-то украл, вот стою здесь, ну, у приема цветных металлов жду, сейчас по-любому кто-нибудь привезет его сдавать. Я тут сразу их накрою. А вы че тут? Мы че? А мы, о, УАЗик пришли сдавать. Чернобыль людей пришла, говорит, давай УАЗик сдадим. Вот, пришли сдавать. Он гнилой уже, нахуй, никому не нужен, поэтому сдадим. Да? Конечно. Давайте. Ничего не везете, Стань? Прям вообще ничего, да? Ну, я найду их все равно. Что, зря пришел, что ли? Ну, что там, начальник-то? Ну, что, никто не приезжал с этим банкоматом, стою, жду вот. Ну, давай, давай, жди, что. Подождите, а вы же приехали, ну, УАЗик на чермец сдавать, нет? Не приняли его нихуя, поехали мы. Че не приняли? Вы что, банкомат сдали, да? Да там после тебя 100 рублей осталось всего. Какие, слышишь? Сундуков! Стойте! Стойте! Я все равно догоню! Не вырубайте видос, вот мой телеграм-канал, обязательно туда подписывайтесь! Там самые свежие, там самые лучшие приколы, кружочки, хуёчки, все там. Лайк, подписка, колокольчик, комментарий, все это волосню делайте обязательно, потому что нам это приятно. Мы вот снимаем, вы этим самым нас оцениваете, ёбана-насос. И движуха для наших подписчиков. Мы хотим снять выпуск в другом городе, поэтому в комментариях пишите название своего города, прикольное место и что там в этом месте находится. Мы обязательно туда приедем, выберем это место и снимем, правильно? Да, да, такой прикол придумали. Так что чаще пишите, возможно, да. Ваш город мы именно и заметим. Да, и вместе с вами снимемся. Конечно, конечно, ребята, не забывайте подписываться на наш рыболовный канал «Люди, у которых лед», где мы с пацанами выезжаем на природку, на водоемы, с кайфом проводим время, ловим рыбу, вкусно готовим на природе. В общем, не канал, а муа, конфета какая-то прям. Все, ссылки в описании, подписки, комментарии, лайки. Комары жрут просто, пойдемте. Зимой холодно, летом комары, пацаны. Вот вы думаете, он же не играет, вообще не играет, он же дурак просто.